Уникальная клиника ментального и физиологического здоровья отмечает первый день рождения. Целый год заботы о качестве жизни и душевной гармонии пациентов. Директор Екатерина Домбровская встречает гостей и подводит итоги работы. Мы на самом деле помогли многим, мы правда спасли не одну жизнь. На самом деле мы выполнили за год свое предназначение. Мы помогли большому количеству людей обрести счастье. Пациенты нередко выбирают эту клинику, потому что именно здесь можно пройти десятки обследований и выполнить полный чекап организма за один день. Среди приглашенных гостей – чемпионка по фигурному катанию и телеведущая Ирина Слуцкая. Я считаю, что то дело, которое Екатерина делает, владельцы этой клиники, оно очень важное и нужное для развития здравоохранения. Мы же ездим не просто в клинику, мы же приезжаем к хорошим врачам, и мы выбираем этих врачей. И когда еще к врачам плюс у тебя есть комфорт пребывания, ожидания, профессиональный подход, то вот из этого делается выбор. Клиника очень классная. Здесь работают высокопрофессиональные врачи, очень доброжелательные, очень профессионально, и самое главное, что с открытым абсолютно сердцем врач говорит, пытаясь помочь именно разобраться в проблеме. Врачи клиники разработали уникальную программу для похудения и восстановления организма. В медицинском центре работают узкопрофильные специалисты – эндокринолог, диетолог, репродуктолог, гинеколог и психолог. Для женщин, для мужчин у нас отдельные виды УЗИ-диагностики – это практически все тело. И после этого уже можно отправляться на капельницы. Многодетная мама и актриса Мария Кожевникова тоже пришла на праздник и совместила приятное с полезным. Первым делом прошла обследование. Я вот после родов сейчас восстанавливаюсь. Здесь очень хорошие есть врачи. Мы общаемся на одном языке, да, чтобы очень правильно подойти даже к вопросу выздоровления. Я за то, чтобы вот именно, знаете, правильно и с любовью к себе, в понимании того, чтобы именно человек себя чувствовал комфортно, хорошо. В нашей клинике проводится обширный спектр процедур. Здесь идут внутривенные вливания, направленные на как противовоспалительные капельницы, капельницы восстановления, антиоксидантные капельницы, то есть максимальный спектр. В стенах этой клиники помогают женщинам стать мамами, снижают уровень стресса, борются с депрессией и сонливостью. И кроме этого, сотрудники центра регулярно проводят благотворительные акции для семей участников специальной военной операции. Главный девиз клиники – радовать пациентов и приносить пользу обществу. Юлиана Мазырина, Вильфред Димковский. Новости Химки ТВ.